здорово, друзья! Сегодня снова пришли с Машей погонять окуня. Сегодня выходной день, маленько не рассчитали. Народу очень много. Все купаются, отдыхают. Сейчас будем думать, куда пойдем, где будем рыбачить. Спиннинги уже собраны. Осталось только поставить резину и можно начинать рыбачить. Сейчас, скорее всего, пойдем за поворот, примерно туда. Там, где люди купаются, за ними, наверное, встанем и там будем рыбачить. Добрались до водозабора. Рыбачить будем на бэллист, размер 2,5. Спиннинги заряжены. Будем пробовать. Время 17:30. Первый забросик. Опа, кажется, первый есть. Он выпрыгивает. Боятся окуня. Такой окушочек распечатали. Взял на втором забросе. Вот такие у нас здесь развлекухи. Так, кажется, Маша что-то сорвалась. О, неплохой. А? Не знаю. А, и стоять. Вот такой вот. Ну, такой нормальный с ладошечку. О, пойдет. Мне он сегодня нужен. Если получится на живца. Здесь одна задумка. Главное, чтобы дожил. Отличный заброс. О, Маш, что? О, нифига себе. Давай сюда. О, хорошенький, надержи. Можешь подергать его маленько. Стоит. Фига себе, как хорошо все. Нормальненький, хорошенький. Ну что, с почином тебя. Ага. Первая сегодня. Зато он какая хорошенькая. Смотри. Вот что-то. А? Давай. Все, ты сильно не это. Типа первая рыбёха, что ли? Тихо, стоит. У нас ограничение по резине. Ага, вот. Да? Она, ну, ее можно оставить, она на нее тоже клевать будет. Съел, откусил. Ладно, я потом на нее еще попробую. А на нее, может, даже еще лучше будет клевать. О, живец. Надо его аккуратненько.
вдоль берега. Время 7 часов, окушок совсем перестал клевать. Самый клев где-то к закату. Ну, у нас время ограничено. Есть там пару живцов у нас. Сейчас будем сплавляться потихонечку, пробовать рыбачить на живца. Сделали два спиннинга. Один будет с поплавком. Здесь уже живец, вон он плавает. И на второй спиннинг тоже сделал. Только там будет без поплавка, как на донку. Там, правда, побольше. Вон там. Так, все, мучить не будем. Сейчас выплываем примерно на середину и будем пробовать ловить щуку. Интересно, клюнет что-нибудь или нет. Все. Там окушочек потихонечку дергает поплавочек. Почти доплыли до места. Сейчас еще маленечко проплывем. И будем собираться, пока поклевок не было. Опа. Ну, вот этого маленького сейчас можно отпустить. На живца ничего не клюнуло. Ну, а окуней сегодня поймали немного. Штучек несколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Седьмого я отпустил маленького. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.